Если говорить об итогах сезона в Хоморском Минтаево Путины, можно сказать коротко, что наши рыбаки успешно справились с задачей освоения этого ресурса. На текущий момент добыто около 300 тысяч тонн, что составляет 104% на аналогичный период по отношению, ну, в 2021 году. Это приблизительно 40% от общего вылова по экспедиции и порядка 73% освоения квот этого вида. Оставшиеся объемы планируется освоить в рамках сезона Б осенью этого года.